современном мире все большую популярность набирает экзотичное танцевальное направление. Сегодня в программе «Твой стиль» мы расскажем об одном из них. Мы в фитнес-студии «Роксана» и будем танцевать экзотик пол дэнс. Главное в экзотик пол дэнс – это чувственность, музыкальность и хореография. Это сочетание хрупкой женственности и силы. Это развитие пластики и сексуальности. Оксана, расскажите нам, что за направление экзотик пол дэнс? Проще говоря, это танцы на пилоне. То есть, конечно же, основное направление здесь – это пол дэнс, и мы добавляем танцевальные движения, это у пилона и также на полу в партере. Скажите, кто данным направлением может заниматься? В основном, конечно же, занимаются девчонки. У нас нет возрастных ограничений, и непосредственно для этих занятий нам не важно, сколько девочке лет. Это может быть и 16 лет, и 50, и чуть побольше. А также нам не важна физическая подготовка. Сюда можно приходить вообще неподготовленным. Человек, который раньше вообще ничем не занимался, может научиться танцевать полдэнс. Занятия в фитнес-студии «Роксана» проходят ежедневно с утра до вечера. Есть как групповые, так и индивидуальные тренировки. Последние для тех, кто хочет глубже освоить технику «Экзотик пол дэнс». Какой результат от этих тренировок? В первую очередь мы становимся сильнее, то есть мы здесь прорабатываем все группы мышц обязательно. Также мы становимся пластичными, учимся танцевать, работаем над растяжкой. Девушка становится увереннее в себе, она позитивна, она хочет тренироваться, она красивая. Некоторые используют экзотик пол дэнс вместо тренажерного зала, так как здесь работают абсолютно все мышцы, поддерживая свое тело в постоянном тонусе и избавляясь от лишнего веса. Весна – это то время, когда каждая девушка задумывается о своей фигуре. Почему бы не открыть для себя что-то новое?